Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на Десна ТВ. Мы так рады снова вас видеть! Праздничная пора набирает обороты, и вот уже 2 января. Самое время расслабиться, забыть о заботах и проблемах и просто наслаждаться выходными днями, балуя себя блюдами с праздничного стола. Кстати, если яств на новогоднюю ночь было приготовлено слишком много, мы рекомендуем не стараться проверять возможности своего организма в попытке доесть нескончаемые запасы, например, оливье. Несмотря на в целом разумную идею приготовить за раз побольше еды, чтобы потом несколько дней на это не отвлекаться, возникает другая проблема. Запасы могут испортиться. И многие принимаются с аппетитом, а иногда и без него, доедать праздничные угощения. Поплатиться за это можно своим самочувствием. О том, как продлить свежесть приготовленных блюд, расскажем далее. Итак, никогда не оставляйте в готовых блюдах металлические столовые приборы. Это грубое нарушение норм хранения. Металл сразу начинает окисляться, а после цинк, железо, олово попадают в организм вместе с пищей. Помимо этого, на металле очень быстро распространяются бактерии. Именно они в течение нескольких часов сделают любое блюдо попросту несъедобным. Второе правило. Заправлять салат сметаной или майонезом лучше в небольшом количестве, в таком, которое вы сможете съесть за раз. Блюдо с соусами на кисломолочной основе нужно съедать в течение 12 часов. Ну а если после, то есть большая вероятность получить расстройство желудка. Следующий совет. Если у вас остались сырные, мясные или колбасные остатки, то из этого с легкостью можно приготовить пиццу или солянку. Туда же отлично подойдут консервированные продукты и овощи, которые часто остаются после новогоднего торжества. К тому же во время приготовления ингредиенты подвергнутся термальной обработке, которая убьет все бактерии. Такие блюда без опасений и с удовольствием можно употреблять в пищу. Ну и конечно же хранить продукты необходимо при низкой температуре. На самые нижние, а значит самые холодные полки холодильника нужно ставить мясные блюда, а вот на верхней должны расположиться фрукты и овощи. На средней полке можно поставить салаты, закуски и различные нарезки. Для того, чтобы блюда и продукты хранились намного дольше, температура холодильника не должна превышать плюс 4 градусов. Еще готовые блюда лучше отправлять в холодильник в теплом состоянии. Такой способ охлаждения увеличит их срок хранения. При этом они должны быть хорошо упакованы, то есть плотно закрыты крышкой, либо перетянуты пищевой пленкой. А еще лучше хранить продукты друг от друга отдельно по секциям. Так вы сможете не только сохранить приготовленные продукты, но и ваше здоровье. Проводите выходные активно и почаще бывайте на свежем воздухе. Это советуем вам мы, Олег Соловьев и Ксения Вьюшкова. Увидимся завтра на Десна ТВ. До скорой встречи!